Ошибки, но судьба было двух результатов. Собрание сочинений. Ушел на спиотное собрание сочинений списать, так как оно было весенним подвергом. Ну, вот видите, тоже он уже даже уже поврежденные книги серые. Вот. Даже это уже говорит о том, что. Я вообще человек как бы вот железный в том плане, что я к любым условиям приспосабливаюсь. Я здесь начала кашлять, прям буквально. Вот. У нас и человек, который работал в том углу, она умерла. Где гарантия, что она не от этого умерла? У нее онкология была. А сейчас уже явно, я раньше как-то думала, где-то что-то, и вот новый сотрудник у нас, женщина пришла сейчас работать, 54 года ей, и она тоже стала закашливаться. Если это постоянная плесень постоянно присутствует в помещении, то у человека в конечном итоге развивается сначала аллергический ринит, то есть воспаление, аллергическое воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Затем это все спускается ниже, развивается аллергический трахеит, так, а потом аллергический бронхит, который как чаще всего переходит в бронхиальную астму.